Искореженных дорог цвела сирень, росла трава. В зеленой форме паренек читал стихи из «Брата 2». А в правде сила или нет, потом расскажут небеса. Он не был дома 8 лет, до дома ехать полчаса. Его не кружит шик столиц, он тут уже который год. Среди обычных грубых лиц его поэзия живет. Живет красиво и просто. А что поделать, он такой. Обыкновенная мечта – прийти когда-нибудь домой. Работа грязная кипит, работа страшная идет. На рукаве его нашит веселый шлепа русский кот. На направлении бои идут уже 4 дня. А что поделать, тут свои, а что поделать, тут родня. Простые русские слова, простой веселый паренек. Простой стишок из «Брата 2», где про тропинку и лесок. Потом расскажут небеса, потом узнается ответ. До дома ехать полчаса, до дома ехать 8 лет.